Областная станция «Юнатов» останется на прежнем месте. Застройщики больше не смогут покушаться на лакомый кусок земли в самом центре Рязани. Земельному участку на улице Урицкого в Рязани хотят вернуть прежний статус. Изначально это была территория зоны городских парков, скверов, бульваров. Земельный участок – собственность Рязанской области и предоставлен в пользование областному эколого-биологическому центру. 7 лет назад площадь перевели в зону застройки многоэтажными домами и зону обслуживающих и деловых объектов. После ряда акций протеста, участницы которых заявили о необходимости сохранить зеленую зону и недопустимости ее застройки, Мордума создала рабочую группу, в которую помимо депутатов вошли местные жители и экоактивисты. Участники публичных слушаний отмечают, сохранение этой зеленой зоны – большая победа. Что позволяет данное внесение изменений? Ну, во-первых, сохранять зеленую зону дополнительно в городе. Во-вторых, данные изменения говорят о том, что эта зона будет использоваться в соответствии с тем видом первоначально, который фактически установлен. То есть это образовательное детское учреждение и полностью биологический центр.